Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить амнезию. В последний раз мы остановились на том, что убежали от какого-то страшного хера там в красивом помещении, и сейчас в винном погребе ищем себе химикаты для того, чтобы уничтожить тот кусок фарша, который перегораживает нам проход на первом этаже. Прошло уже порядка 3-4 дней с момента последнего запуска игры. Я уже, честно говоря, не особо помню управление. Но, тем не менее, играю опять ночью, играю в наушниках, так что, я думаю, будет круто. Что это такое? Куда подевался барон? Да плевать! Он оставил нам столько вина, что хватит до скончания дней! Хотя бы до завтра! Народ нехило тут бухал, похоже. Так, что мне делать? А тут куча дверей, я вижу. Сейчас будем исследовать их по очереди. Так, у меня, конечно, очень мало топлива. Я забываю его пополнять. Автоматически оно, к сожалению, не восполняется, похоже. Хотя я не знаю, у меня ни разу еще не кончалось. Если враг близко, не попадайте в его поле зрения и держитесь в темноте. При необходимости потушите фонарь. Какого хера? Я что, сейчас встречусь с врагом? Твою мать. Я не хочу встречаться с врагом. Никак нет. Так, что, куда идти? Блин, он похоже где-то. Он, сука, надо мной ходит. Так, продолжаем искать химикат. Блять, иди отсюда. Сука, свали куда-нибудь. Твою мать! У нас здесь... Кто это был? Блин, твою дивизию, ну что ж такое? Тихо, тихо, не скрипи. Тихонько пробираемся сюда. Так, ну мы, похоже, химикат какой-то подобрали, что ли, из числа нужных нам. Давайте посмотрим, пока вроде он ушел. Так, сейчас только надо вспомнить, как настойка опиума. Укрепляет здоровье, исцеляет раны, понятно. Значит, нихера мы не нашли. Это просто аптечка. Так, трудница. Это хорошо. Одну взяли, одну потеряли. Еще одна. Так, что, кто все двери открыл? Вернее, я знаю кто, но нахрена? Дверь не учили закрывать за собой, что ли? У меня каким-то странным образом начинает скрипеть в голове, когда персонажу страшно. Интересно, почему такой эффект? Тихо. Блин, я боюсь без света. Но со светом боюсь, что он увидит меня. Кто это был вообще такой? Почему тут так много бухла и так мало полезных вещей? Так, что тут? Хватит ходить надо мной, скотина. Я сейчас обосрусь просто. Банально обосрусь.
кирпичами. Ага, а это что у нас? Тихо. Тихо, тихо. Так, зашкиримся в угол, он где-то тут. Блин, палимся, палимся. Возьмем трутницу. Интересно, а что, кстати, будет, если рассудок помутнится? Ну что? Так, погодите, я же закрывал ту дверь. Какого хера она открыта? Какого хера тут столько открытых дверей? А, ну ладно, давайте по порядку, теперь в эту дверь зайдем. Прикроем ее, пожалуй. Что у нас здесь? Здесь у нас какая-то слесарная мастерская, похоже. Да и насрать. Ну, блядь. Чё-то это всё, блин, по-моему, плохо закончится. Это уже для моих нервов. Фу, какая, блин, стрёмная игра. Это же ужас какой-то. Блин, хоть какие-нибудь бы подсвечники висели. Ага, понятно. Так, 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 так. Ну, в целом понятно, что да как. О, блин, какое стрёмное место. Давайте осветим его. А, фонарь заполнили, вообще хорошо. А, еще трутница. С этим тут, я смотрю, проблем нет, по крайней мере, пока. Трутницы дают в достатке. Так, это что у нас? Твою мать, что? Ой, блин. Что на меня упало, я не совсем разглядел. Бочка, что ли? Да, похоже, меня бочкой шлепнуло по голове. И что это было? Что вообще за толчки подземные, я не пойму. Какого хрена? Почему тут потухло? Да. Двери. Настала жопа. Удерживайте ЛКМ одновременно с клавишами движения, чтобы толкнуть предмет. Нажмите правую кнопку мыши для сильного толчка вперед. Ага, понятно. Тихо, не надо тут, пожалуйста. Блин, но с интерактивностью, конечно, порядок просто полный. Так, нет, это не вытаскивается. Блин, как завалило-то все, а? Как бы на меня все это не упало теперь. Ну-ка пролезу. Давай, братюнь. Давай. Эх, не хочет.
Так, что у нас там по маслу осталось еще что-нибудь? Блин, теперь вы мне мешаться будете. Давайте уж доберем до конца. Все отлично. И проваливаем нахер из этой стрёмной комнаты. Так, Джей, что у нас? 4 химических компонента. А у меня их сколько? У меня 1, 2, 3. Где-то тут, значит, 4-й. Тихо. 4-й, видимо, здесь. Ой, 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 нахер. Ой, нахер. Нахер вас всех. Это что за жопа-то была, твою мать? Это что за нахер? Это кто там был? Мне же туда надо, я что, туда пойду, что ли? Ну а чё, какой выбор у меня остается? Это пиздец. Извините за выражение, но по-другому я тут не скажу. Это просто пиздец. Да, ребят, вы не зря предлагали мне эту игру, это реально какой-то пиздец. Это ужас просто, блин. В наушниках в нее играть просто невозможно. Ее... Блин, да что тут такое происходило-то вообще, я не пойму. Игру, похоже, нужно играть порциями, где-то по полчасика, не больше. Иначе в натуре можно дураком стать. Перерывы должны быть. Что происходит? О, моя грудь! Сейчас! Что за черт? Бегай! Сделай что-нибудь! Смиритесь. Живыми нам отсюда не выбраться. Что ты несешь? Александр, ты подлый ублюдок! Ну, пока я не тут базаришь, я попью. Хорошо, хоть маленько отвлечься от этого кошмара. Попить своего лимонадику. Так, ну, судя по всему, здесь тупо закрыли слуг этого самого Александра. Как его там, Барненбургского, что ли. Он сам, собственно, и закрыл. И при этом еще потравил, похоже. Зачем, спрашивается? Видимо, в каких-то своих зловещих целях. Так, это что это? Это что такое вот это вот? Давай, открывай. Трутница. Трутницам я всегда рад. А чё все стены в кровище-то? Да ёпта. Так, это что? Просто бухло. Не, бухло нам не надо. Не нужно нам такого. Опять надо мной ходит. Если ты сейчас провалишься ко мне, то я просто натурально сдохну. Поэтому лучше этого не делай. Лучше не стоит. Свали нахер. Если что, тут я спрячусь. Вот лучше в двери встань. Может, хотя я сомневаюсь, что это... Так, очередные записки. Нажимайте на паузу, чтобы их прочитать. Я их тоже обязательно прочитаю. Потому что это важно для сюжета. Но сейчас на это тратить свои силы не считаю целесообразным. Вот так, в общем-то. И теперь мы возьмем последний склянок. Только давайте сначала сюда заглянем. В эту печку. Но тут, к сожалению, ничего нету. Потому что я думаю, сейчас возьму, и что-нибудь страшное произойдет. Ну, давайте, я готов. Давайте. Пугайте меня.
Блин, я уже, по-моему, до хрена сжег. Нет, нормально еще масло. Свалим. Скотина. Так, придем маленько в чувство около своего огонька спасительного. А, хорошо. Так, и все, пора сваливать нахер из этого винного погреба. Тут какой-то недоброжелатель ходит. Или нет еще? Так, давайте-ка я вот тут закроюсь. Это, по-моему, самое надежное укрытие пока что из всех, что я видел. И сейчас почитаю журнал, потому что, насколько мне кажется, когда я читаю журнал, время не останавливается. Хотя, может, я ошибаюсь. Так, судя по всему, 4 химических компонента можно смешать. А, их смешать, похоже, надо, но как это сделать, где... Не могу сказать. Сейчас будем разбираться. Сейчас еще раз карту посмотрим. Там наверняка какая-нибудь химическая лаборатория есть. Так, где-то тут карта была. А, вот она. Я не могу сказать, что я понимаю, где я тут нахожусь. Так, ну вот спуск с лестницы. Вот комната, значит, вот она. Мне нужно... Куда мне тут, собственно, нужен? Нигде никаких лабораторий не видать. Давайте попробуем зайти сюда. Здесь я уже вижу, что никаких ни склянок, ничего. Так, а топором я не смогу никому так. Чё так? Похоже, нет. Ладно, давайте против часовой стрелки пройдем еще раз все помещения. Я не уверен, что нам стоит отсюда уходить, потому что... Хотя, конечно, вот эта вот гнида, которая наверху ходит, меня очень сильно беспокоит. Так, ну и что? Видимо, все-таки надо отсюда сваливать. Хотя, не знаю, честно говоря, не знаю. Ну, выйду я сейчас в холл, и куда мне идти со всем этим богатством. Не знаю. Так, ну что ж тут, дневники не нужны нам. Нет, последний раз еще проверю. Потерпите, дорогие мои зрители. Мне неохота круги нарезать просто из-за того, что я пропустил тут что-нибудь. Что у нас тут? Тут у нас ничего. Хорошо, ничего так ничего. Что у нас здесь? Проглядел я, возможно. Да нет, тут больше тупо нет ничего, поэтому придется подниматься наверх. Возможно, мне сейчас лабораторию. Ладно, хрен с ним. Эта комната меня уже не пугает, ничего в ней не происходит. Просто какая-то гнида появилась один раз, заставила меня отложить просто целый шлакоблок, наверное. Причем не один. Так, холл. И после этого все довольно-таки стало тихо. Так, мне сейчас надо найти, где эти компоненты смешать можно. А,
Стены опять поросли говном. Кровавым говном мясного цвета. И оно сейчас опять будет меня щипать за задницу. Ах, я же говорил. Так, мне что, туда перепрыгнуть, что ли? Да вы охренели. Так, подожди. Что ты у меня убрал-то? Ага. Ну, пойдем в лабораторию. Попробуем, так сказать, что у нас получится там. Время покажет. Лаборатория уже стала довольно-таки уютным местом. Я его осветил неплохо так. И поэтому чувствую себя тут практически как дома. Так, и что это? Что тут были эти завалы? По-моему, тут что-то тут, по-моему... Да какого хера сейчас разберемся? Масло? Нет, хорошо. Маслу я рад. Маслу и трутнице. Больше мне ничего в жизни не надо. Опять эти твари ползают. Какие-то черви трубчатые. Так, и что? Вот я пришел в эту комнату. Ага, вон оно что. Так, давайте разбираться, как нам. Я надеюсь, это не какой-нибудь мега-пазл очередной. Блять. Сука, куда затихариться? Ладно, похеру. Плевать я на вас хотел. Ай. Херовая баррикада. Ну ладно. Простите, я маленько болен. Кашляю. Так, ну и что мне это дает? Давайте подожжем, а то у нас... Парниша сейчас, точно, в дурку попадет. Хватит ходить. Что у нас тут, вентили какие-то? Ага, спиртовки загорелись. Или просто газ какой-то. Я не знаю, что я делаю, но, судя по всему, что-то у меня получается. Блять. Спаси меня, ящик, не пускай сюда никого. Блять, и что? Что мне это дало? Где? Где ты? Придется какую-то последовательность подбирать. А, что же я туплю-то? Сюда еще, видимо, нужно склянку, да? Как это не на чем? Вот, вот так. А последовательность, видимо, не важна. Так, первое. Вторая, третья, четвертая. Давай, братюнь, давай. Сейчас мы этой кислотки-то возьмем. Ага, сейчас мы эту мразь там просто растворим в ебине.
меня поймет. Кто тут главный будет мне двери загораживать. Так, ну что, надо свалить отсюда по-тихому.